Всем приветик! Сегодня 20 мая, и у меня опять новиночки. Правда, немного, пару цветулек только. Но зато вот эта вот растюшечка, она такая недешевая. Это, кто увлекается, тот знает. Филодендрон Параиза Верде. По-другому еще это Беллитао. Вот с такой варигатностью. Темно-зеленый. Здесь сейчас не точно передается варигатность оттенок. Смотря как повернешь, к какому свету. Но листья у него такие темные. Они с варигатностью, это точно. Сейчас попробую по-другому повернуть вот так. Вот. Это верхушка. Второй лист скоро развернется. Вот тут тоже видно варигатность. Растенечка такая недешевая. У этой девушки я покупаю растения не в первый раз. Я у нее брала Сансивьерию Муншайн. Сейчас покажу ее. Как раз она здесь на балконе находится. Вот здесь хорошо видно варигатность. Красавец. И брала я у нее замиокулькасы сортовые. Живет она недалеко от меня, что очень хорошо. Через остановку, по-моему. Вот. Сейчас покажу. Вот я у нее брала еще вот такую сансивьерию. И была она всего лишь одним листом вот таким. И малюсенький вот ростик где-то. Наверное, вот такой лист и вот такой ростик маленький был. И вот так она у меня разрослась за сколько? 2 лет, наверное, еще нет ей. Это вот получается детка. Это детка от нее. Я их посадила вместе. Это еще один экземпляр. И там еще вот 2 детки растут. Вот деточка. И вон там детка. И одну детку я продала в прошлом году почтой. Вот это все она мне нарастила, наверное, за 1,5 года. Она вообще красотка, невероятная и такая прям труженица. Постоянно детишек рожает. Очень красивый сорт Сансивьерия Муншайн. И неприхотливая. Очень мне нравится. Вот тоже я у нее брала, у этой девушки. И брала замиокулькасы у нее. Сортовые. Сейчас у меня здесь 2 сорта покажу. Правда, вот черный ворон практически не растет. Вот он, но он медленный сорт. И вот этот вот варигатный. Был листочек всего лишь зеленый. Но она мне сразу сказала, что он варигатный. Вот варигатный проявился как раз. И покажу уже заодно тогда. Вот этот замиокулька Зензи я у нее брала. Вот таким маленьким череночком. Так, сейчас я доберусь. Вот таким вот одним. Он даже не укорененный был. Он мне срезал просто его. И за 1,5 года он мне дал вот такой вот рост шикарный. Это карликовый замиокулькас. И вот такая у него. Вот такой стволик толстый очень. Камера не передает. Очень красивый замик. И еще супернова тоже брала у нее. Он был меньше. У меня разросся. Листья у него черно-зеленые. Вот видно здесь оттенок. Все брала я у этой девушки. Поэтому я знаю, что у нее растения хорошие. И как вижу, когда она дает объявление какого-нибудь растения сортового. Либо на Авито, либо ВКонтакте. Я сразу присматриваюсь к этим растюшкам. И обдумываю, что нужно, наверное, взять. И цена у нее хорошая, такая приемлемая всегда. Не шибко дорогая. Вот такой вот красавец. Филодендрон. Параиза Верде. Английскими буквами. Кстати, на прошлое видео у нас с новиночками у меня... Это я сама не закрывала комментарии. YouTube, скорее всего, закрыл. Либо я куда-то нажала. Так, сейчас
Я еще попробую открыть окно, показать на свету на улице. У нас, конечно, сегодня пасмурно очень, темновато. Вот так. Вот. Самое же главное здесь вариегатность. Вся красота вариегатности. Даже на обратной стороне очень красиво. Давно хотела я этот сорт. Еще хочу розовую принцессу, только бывает узкий лист, бывает широкий. Я хочу широким листом, и чтобы было много розовой вариегатности. Вот подыскиваю. Не так легко найти такую сортовую принцессу, которую я хочу. Вот здесь прям вообще классно видно вариегатность. Кручу-верчу по несколько раз. Нет, здесь что-то фокус не берет. Ладно, в общем-то, показала я вам эту растюшку. И еще я сегодня приобрела еще одну новиночку. Сейчас я ее принесу и покажу. Не могу все отлипнуть от этого фильчика красивого. Смотрю и смотрю, и любуюсь, и вам показываю. Это верхушечка. Она лучше, чем промежуток. Ценнее. И скоро, надеюсь, раскроется лист. Пока не буду я ее пересаживать. Вот тут корешочек небольшой есть. Ну, я говорю, это девушки, все растения хорошие. И поэтому я ей доверяю. Не буду томить, принесу вторую новиночку. Вот такая новиночка. Это фикус Бенджамина Golden King. Долго показывать не буду, потому что окно здесь открыто. На улице прохладно, а я его опрыскала недавно. Камера не передает листья. Очень крупно, 9 сантиметров в высоту, в длину. И в ширину вот этот лист почти 4 сантиметра. Камера нет, не передает. Они намного мельче смотрятся. У меня уже есть такой сорт, но я его продаю. Там листья мельче, но тоже красивые, яркие. А этот хочу заново формировать, чтобы он погуще и повыше был. Тот у меня как бы карликовый, который я сейчас на продажу выставила. А вот этот вот уже я сформирую по-своему, таким более большим и пушистым кустом. Сейчас я покажу вам. Вот он, мой Golden King. Тоже хорош, красавец. Я его продаю. Здесь уже ствол такой толстоватый. Ему, наверное, года 3, но он у меня обрезанный по несколько раз уже. Вот. А этого красавца буду выращивать заново. Вот такие новиночки я сегодня приобрела. Поделилась с вами. И буду на этом заканчивать. Всем всего хорошего. Пока-пока.